пожалуйста, вам поможите. Люди добрые, сами мы не местные. Голодаем и скитаемся. На лечение украли все документы, да. На вокзалах, пожалуйста, вам не хватает. Спасибо, разместиться. На перроне дедушка лежит с рахитом и 110 рублей. Извините, что мы к вам за поможением обращаемся. Спасибо! Не прогневайтесь, трудовой народ, за то, что я такой молодой к вам обращаюсь. Счастья вам! Поможете, чем сумеете, просим. Ваша земля, ваша семья, поможите, чем сумеете. Спасибо. Я все время говорю на концертах, что нужно подсчитывать и честно признаваться. Зачем скрывать доход? Несут люди, несут. Несут нам это доброе подаяние. Несут много лет. И самое главное, в последнее время вы, друзья наши дорогие, стали не просто щедры, но и гуманны, потому что эти ничего не значащие железные деньги иногда попадали в наши воспитанные лица. И хотя разговорный жанр не входил сегодня в нашу программу, раз, два, три сотни, 50, 60, 70, 80, 90, 400 колов. И пусть я буду не я, если после такого барыша по окончании концерта группа «Ногу свело» останется трезвой.